через сложный синтез академической музыки и литературы.
И у нас требован еще там композитор, пишущий музыку спектаклям. Ну, кто видел спектакль «Идиот» в театре «Мозга», кто там звучит его музыку, кинофильмом и музыкальным вот этим вот видеороликом. Сам он их составляет для того, чтобы мы с вами получили еще раз повторюсь, объемное представление о музыке. Сегодня вечер авторских свободных импровизаций. Константин играет на электроскрипке, на классической скрипке. В течение часа мы будем с вами слушать его музыку. Итак, Константин Прокаев, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Estas son las
Thank you.